Сотрудников оперативно-поискового бюро Ростовского управления МВД после скандала уволили по отрицательным мотивам. Об этом сообщает ряд изданий. Напомню, шумиха поднялась после ролика, сделанного на корпоративе. На видео поздравления в адрес засекреченного отдела со сцены и ответная благодарная реакция из зала. После публикации записи возникла закономерная реакция, мол, самый законспирированный отдел регионального МВД сам себя рассекретил, ведь их не должны знать в лицо даже коллеги. Отдела скрытого наблюдения номер 2 оперативно-поискового бюро Главного управления МВД России по Ростовской области. С праздником вас! Отдел называют преемником легендарной «семерки» советского 7-го управления МВД СССР, который занимался наружным наблюдением. В пресс-службе ростовской полиции инцидент не комментируют.